Я весь год пропадал на дешевых вписках. Не цветы я и брала стандартно. Две колы с виски. Я не то чтобы разлюбил, просто больше не возникало искры. Она вспыхнула резко и догорела быстро. Я смотрел на другую, закуривал сигарету. Думал, есть в ней дерзкое что-то. В моей же такого нету. Я для своей обузы, а для этой буду награда. Да. Если любовь состоит из частиц, то это процесс распада. Он как будто бы не берег меня и растрачивал, как попало. Это нашу любовь калечила и ломала я. Я ее пыталась латать и штопать, как Лазаря воскрешала, но нужно было в четыре руки. Моих двух оказалось мало. Я не то чтобы разлюбила, просто больше не было сил бороться, и наше чувство стало похоже на изувеченного уродца, состоящего из вечных попыток все снова начать сначала. Я устала и сделала самое страшное. Замолчала. Все стало гораздо проще, когда она замолчала. Мне это безумно нравилось поначалу. Никаких сообщений, ссоры и ночных скандалов, но в постели теперь как будто похолодало. Она отворачивалась к стене, излучая смертельную безучастность. Я долго не мог уснуть, так сердце стучало часто, и я лежал, как в последнюю ночь перед смертной казнью. Я лежал на чистой постели и чувствовал себя грязным. И снился сон. Кроваво-красные пятна на платье белом. Ее молчание безучастное стало моим расстрелом.